Всем здравствуйте, с вами Приют Верность. Мы решили вам показать новое видео, новый обход по больнице. Какие у нас изменения и какие к нам поступили собаки. Здесь у нас сидит Миша в первом курсе. Миша не вставал на задние лапки, но сейчас прекрасно ходит. Мишка хороший. В принципе, можно уже даже его уже отправлять. Миша ходит хорошо. Да, Миша? Да, Миша. Бокс номер 2. У нас здесь сидит собачка Сафонова, которую сбила машинка. Она у нас был перелом тазовых крестцовых косточек. Она у нас не вставала, просто лежала. Но теперь все хорошо. Она тоже скоро поедет в свой новый дом. Говорили, что кусается, но собака прекрасная. Хорошо со всеми ладит, если найти подход к ней. И все хорошо, правда? Да, такой носик, вот курносик. Иногда бывает гавкает, если незнакомый человек. Здесь у нас в боксе номер 3 кошечки, котики сидят. Этот постоялец наш. Кошечка прекрасная, уже очень долго, тоже ищет себе дом. Эта кошечка тоже не встает на задние лапки, но пытается, встает, одну волочит, но в туалет ходит, все прекрасно, как надо, никуда не гадит. Этот котик, у него была лапка, тоже переломана, но тоже все хорошо, теперь ходит. Та кошечка снизу после пожара, ну все хорошо теперь, смогли спасти ее, все прекрасно. На втором ярусе лежит кошечка с потерей координации, то есть ее скинули с большой высоты, и так вот та кошечка тоже после операции, у нее хозяйка умерла. И тоже ищет себе дом. Идем в следующий бокс. Здесь у нас сидит Лаечка. Переломанная лапка была, не срослись, у нас спицы не понравились, переделывали. Но надеемся, что все будет хорошо. Что все-таки понравится нам спицы, и мы будем ходить бегать, да? Да. Вот гладиться любит, какая хорошая. В пятом боксе у нас сидит Соня. Она не у нас что-то с позвоночником. Не встает на задние лапки, то есть ее приходится вот поднимать. Ставить на задние лапки, и чтобы она стояла. Но все равно пытается, иногда бывают такие моменты, что она встает. Вот. Ну, надеемся, что будет все хорошо с Соней. В шестом боксе у нас сидит Джек. У него в шее было впитое, так сказать, проволока, не проволока. В общем, она стала зарастать, эта проволока обрастать мясом. И пришлось удалять ее. Вот, вот такой у нас Джек. Вот, смотри. Сиди. Уберите ножки. Джек хороший, будет играться. Вот оно видно. Вот, начинает зарастать потихонечку. Ну. Джек
Такой вот у нас веселый мальчик. Идем дальше, в следующий бокс. Бокс номер 7. Здесь у нас сидит щеночек. Он под машину попал. У него сломана лапка. Поставили ему спицы. Будем ждать теперь, пока за все заживет. Вот такой вот игришка. Игрушка. Да, такой вот. Ушки у нас постоянно в разные стороны могут смотреть. Один так, один так. Красавчик. Бокс номер 8. Здесь у нас сидит собака с общего двора. У нее была одна стерилизация. Не рассосались, так сказать, швы. Сделали вторую операцию. Будем надеяться, что швы все-таки удастся рассосутся. И будет она у нас искать себе хозяев. Очень ласковая, очень добрая. Хорошая собачка. Бокс номер 9. Здесь у нас сидит собачка после огнестрела. Да? Да. У нас, в принципе, все зарастает, все хорошо. Любит, когда ей гладит животик. Да, что у тебя с ушком? Тоже ищет себе хозяев. Очень добрая, но иногда боится, пугается. Бокс номер 10. Здесь у нас сидит Чара, овчарочка. Вот. У нее был тоже сбила машина, не вставала на задние лапы, то есть волочила за собой. Но сейчас ждем, пока она совсем уже будет вставать на ноги, и, естественно, ее хозяева заберут домой. Вот. Собака очень хорошая. Да? Бокс номер 11. Здесь у нас сидит дружок. У него перелом был таза крестцовых косточек. Он был, то есть совсем не вставал на задние лапы, но теперь хорошо ходит. Да. Но одну ножку он волочит, то есть за собой, не встает на нее. Но будем наблюдать, что с ножкой. И надеемся, что тоже будет вставать на нее. Да. Такой вот хороший, добрый пес. Тоже ищет себе хозяев. Вот мы и прошлись с вами по нашим боксам. Показали всех наших собачек. Боксы все переполнены, свободных мест в принципе то и нету. Спасибо вам за то, что вы нас смотрите. Не забывайте подписываться, ставить лайки. Всем пока!